здравствуйте. Мы к вам из 115-й школы. Здравствуйте, мы... ребят, заходите. Сейчас. Ой. Закрывай дверь, а то дует. О. Я не знаю, ребят, вот что есть, я перевяжу вам. Мы из 115-й школы. Мы решили взять над вами шефство. Зачем? А потому что все пионеры должны помогать больным и несчастным. Ну? Скажи, Сережа, я вчера гулял со своей собакой и случайно прочитал ваше объявление. А сегодня мы посоветовались и решили, что вы нам подходите, вы несчастный, а наше звено пока ходит без нагрузки. Ой, ребят, простите. У меня просто тяжелый день был. Так, ну, что вы собираетесь делать? Мы можем вам по хозяйству помочь. Картошку почистить, пыль вытереть. И украсить ваш досуг. Как? Например, вместе весело шагать по просторам. По просторам, по просторам. И, конечно, припевать лучше хором. Лучше хором, лучше хором. Спой нам песню, перепелка, перепелочка. Раз иголка, два иголка, будет елочка. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Раз словечко, два словечка, будет песенка. Вместе песню можем вам спеть. Про Эви там наверху, про айсберг, про я уеду в Комарова. И театр. Мы с вами можем сходить в театр. Ладно, ребята. Спасибо вам большое за все. За театр, за песни. Но вы больше не волнуйтесь, я уже не одиноко выхожу замуж. Замуж так быстро? Ну, мил, так получилось. До свидания. Ну, до свидания.